Возле парка, напротив гостиницы находится парк небольшой, детский. Здесь вот реально, сегодня, кстати, к сожалению, не могу показать, почему это не работает, а так здесь вода кругом как фонтан льется. То есть дети бегают, играют, они шлепают. В принципе, могу показать. Вот, то есть посреди города, в принципе, небольшой парк. Приходят дети с мамами, с родителями, с бабушками, играют, бегают, носятся, тут же в воде плюхаются. Где-то тут и моя тоже, уже мокрая вся по колено. Вот делать нечего. Да, конечно, это интересно. В форме корабля выполнено все. В парке здесь дети играют. Особенно, когда жарко. Вообще хорошо. Я бы сам туда разбежался и грохнулся. Да, у нас, конечно, такое увидеть где на улице. Где она есть? Куда-то слиняла. Знаете, вот как бы, когда смотришь драму, смотришь там мамочки между собой в детском саду или еще где-то, то есть общаются, что-то там, знаете, в реальной жизни примерно тут то же самое происходит. Точно так же. Выглядит очень смешно, но в принципе как бы не поговорить с ними можно. Вот. Я как бы еще узнал информацию, что сейчас время уже 4:30 вечера. Вот. То есть воду дадут как раз после 5. 5 часов должны подать воду, то есть здесь будет фонтан, здесь будет вода набираться, брызги, короче, будет самое веселье для детей. Вот. Осталось полчасика, все равно как бы подождем. Она, то есть пока поиграет, вот, а я, наверное, пойду в магазин скажу. Вот, как раз к этому времени должно будет уже все веселье начаться. Так, ну вот время подошло, как бы сейчас пришел аджосик, то есть включать будет. Включать будет сейчас воду. Сейчас начнется, говорится, вся веселуха. То есть здесь будет везде водопад, вода литься. Детей становится все больше и больше, то есть время подходит, как говорится, к открытию воды, как раз самому веселому. Тут прям куча детей, также куча мам сидит с детишками. Ва. Ага, шланг, все правильно, сейчас будут подсоединять. Ну вот и понеслось. Ой. Да. Тут и началась вся веселуха. Ah!
потом сверху чаша тоже наполняется водой и вытекает, устраивая дождь. А, все по колено мокрые, все полностью. Я тоже туда хочу. Что-нибудь там творят где? Опоздала! Опоздала! Нет, не опоздала! Жди следующий! Жди следующий! Сейчас уже чуть-чуть осталось.